Международный журналистский проект «Майстерня Байкроп.ру» стартовал у Гродни. Это новая пляцовка для встреч молодых журналистов с корифеями масс-медиа России и Беларуси, якая будет ладиться в формате научального диалога. Таким чином молодь сможет слушать, задавать вопросы и делиться думками на конт сучасного развития друкованных и электронных СМИ с опытными коллегами. «Майстерня Байкроп.ру» – это амаль что школа молодого журналиста, але за одной особливостью – нового проекта навучальный год должится 9 месяцев. Занятки проходят что месяц, предугледжено тут и хатнее задание. После слухачи сдадут экзамены и, коли выник будет становчий, отримают сертификат. В будущем, как плануется, занятки у майстерни смогут вести не только российские, белорусские, але и замежные метры журналистики. Сюда будут приезжать лучшие мастера своего дела из нашей страны, из-за рубежа, для того, чтобы встречаться с ребятами, делиться своим опытом, давать домашние задания, ну и по итогам мы всем вручим сертификат. Мы уверены, что этот проект способствует сплочению журналистского сообщества. Як правильно брать интервью, вести блог, ці монетизовать працу у редакции. Спіс тем, якія збираются обмярковывать у майстерні, самы широкі. На першым занятку у роли запрошенной зорки выступил вядомы российский публицист, медиа-эксперт и выдавец Владимир Мамонтов. Перед гродзенской аудиторией ён прозважал об журналистыцы, былой и сучасной, а так само поделился некоторыми профессийными сакрэтамі поспеху. Меня самого так учили многие известные журналисты известных советских и российских газет, в которых я работал. Я работал в основном в газетах. Вот. Почему бы сейчас, если случайно окажется, что эти истории полезны, эти знания полезны, и они молодому поколению каким-то образом пригодятся, ну почему бы и не поделиться, и не рассказать об этом?